Долговязая лошадь станет злой мясной лошадью, если ты не поставишь лайк за 3 секунды. Давай не будем ее злить. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Nasik Bro в Майнкрафте. И в этом видео я буду призывать... уличную лошадь. А поэтому я нахожусь в городе, потому что нужна улица для того, чтобы ее призвать. Это самое главное, что нужно для того, чтобы ее призвать, а остальное уже так мелочи, которое зависит от твоей деревни, в общем-то. Короче, в этой деревне есть кое-какие лазейки, чтобы призвать эту самую стрит-хорсу, то есть монстра Тревора Хендерсона, лошадь, которая бродит по улицам какого-либо города, и у нее красный клюв такой, знаешь, и она им прокалывает своих жертв. Она опасная, агрессивная и больше ничего не представляет из себя. Просто злая лошадь, но она все-таки прикольная, хочется на нее посмотреть. Я реально хочу на нее посмотреть. Думаю, ты тоже хочешь на нее посмотреть. Все-таки интересно же. А вдруг мы ее вообще убьем? Попробуем что-нибудь с ней сделать. Ну вот, короче, чтобы это сделать, сейчас я тебе все объясню, что надо делать, чтобы ее призвать. Но перед тем, как я это сделаю, давай еще расскажу то, что эта лошадь, она вроде бы появилась. Как-то, ну короче, она как-то связана с долговязой лошадью. Неизвестно как, но вот просто знай. В общем-то, все вроде бы о ней рассказал. Вот туда нам потом придется спускаться. Кстати, давай Майнкрафт чуть погромче сделаем. 35% нормально. Вот туда нам надо будет идти. Потому что там живет старец, который мне продаст все яички коров. Ой, каких коров? Лошадей. И также в этом городе есть статуя лошади, и нам надо сделать ей клюв из крашеной шерсти. В общем-то, сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, да-да-да, я нашел этот дом. В общем-то, смотри, в этот дом нам сейчас надо зайти, потому что там очень важные ресурсы кое-какие лежат, которые мне пригодятся, чтобы нафармить себе 3 бутылки опыта. Ай, ладно, ну нет, ну почему я умер? Так, ладно, еще разок. Вот бы где-нибудь сейчас оружки найти какие-нибудь, но, к сожалению, их вообще здесь нет. Так, если я спрыгну, что-то произойдет? Да, плохо будет. А вот сюда вот я спрыгну, то все нормально, все хорошо. Кстати, мирная стоит? Нет, нормальная должна стоять, чтобы было хардкорнее все. В общем-то, мне надо где-нибудь меч раздобыть, я не знаю сам где. Вот, кстати, вот этот конь, который очень мне нужен будет на этой карте. Вот, смотри, туда нос приделаем, и все, и будет уже почти все будет сделано. Но сейчас надо хотя бы этих паучков как-нибудь убить, ё-моё, это так сложно. Давай хотя бы добудем немножко дерева. Немножко газончик, конечно, здесь испортим, но ничего не поделаешь, сам понимаешь. Надо же все-таки как-то эту лошадь одолеть, точнее... Даже паучков. Лошадь-то я не знаю, наверное, я не смогу ее одолеть, она очень сильная. Потом надо будет... Не, ее с пушек гасить надо, у меня пушек нету, к сожалению. Жалко. Так хочется ее привалить. Но может, все-таки мне повезет как-нибудь, может, я ее реально завалю. Может, я где-то динамита трою, вот, можно взорвать. Окей, окей, значит, кирку давай сделаем и добудем 3 булыжника. Как раз булыжник здесь везде, можно, в принципе, что-то поломать, ничего не случится, город все-таки крутой. Ой, стоп, это камень. А, вот, все, нашел. Изи. И никто даже не заметил, что я тут порчу. Конечно, меня бы сейчас полиция должна арестовать. Нет, у меня идейка. Слушай, я ничего не нарушал, все в порядке. Вот, я все починил, как бы. Че на меня гонят, не понял. Все нормально. Все прям вообще профитно. Ой, только вот здесь вот неправильно. Все, я ничего не трогал, реально. Все хорошо, вот реально. В порядке. Опа, меч готов. Хорошо, все, погнали. Значит, мне надо вон туда. Еды у меня нет, к сожалению, зато можно из грибочков суп сделать. А может реально сделать? Стоп, значит, мне надо будет сейчас эту самую тарелку супа сделать. Как она там делается, еще бы вспомнить. Из дерева или... А, да, слушай, 4 миски, not bad. Все, похавать найдено. Изи, вообще легкочайшая еда, которую я только видел. Вот так. Все правильно, все хорошо, кушаем. Просто кайфец. Вот так вот выживают в городе, братан. Вот так вот бомжи могут здесь выжить. И это очень даже профитно. Оп. Все грибочки мои. Кусь-кусь, уже маленько. Забираем все. Эль, камера. Ой, эль, проблема. У меня выбор. Миска или же... Ой, тушеные грибы, либо же... А, ладно, короче, что я несу. Пошли уже в тот дом. У меня есть меч, у меня все есть, чтобы захватить его. А где он? Стоп, мне надо сориентироваться. Вроде бы здесь. Или я ошибаюсь?
Нет, я не ошибаюсь, слышишь, да? Там куча шагов. Но перед тем, как это сделать, вроде бы здесь паучки еще где-то есть. Здесь уже опыт лежит. Нет, ничего нет. Ну ладно. Ой, дорога какая-то интересная. Ну ладно, это нам не нужно сейчас, потом как-нибудь. Это станции, метро, наверное, такое вот специфическое. Ну, короче, пошли, заходим. Все, батя в здании. Ай! Нет, пауки, фу-фу-фу-фу-фу. Кто боится пауков, лайк. Кто не боится, все равно лайк. А, да-да-да-да, поразбил на лайки. А, нет. Пожалуйста, не убивай меня. Все, спокойно. Ё-моё, чуть не убил. Так, спаунпоинт здесь обязательно пишем и кушаем. Надеюсь, паук сейчас не выйдет оттуда и не убьет меня. Тихонько. Батя в здании, нет! Тихо. Так... Все, спокойно, паучки. Нет, по одному. Вы чё наехали? Ё-моё, всё мне тут испортили. Ай, как их много. Ё-моё, это же просто ужас какой-то. Фу. Да что же они такие дотошные, просто невозможно. Так, тихо. Харе, ну. Ну, прекратите меня сбивать! Ё-моё! Житель, помогай, ё-моё! Так, всё! Нет! Как же они меня бесят! Ладно, быстрее заходим в дом, короче, и забираем, что тут есть. О, пузырёк опыта! Изи! Я же не смогу его потом это самое вернуть! Чёрт! Так, сюда срочно! Так, меч есть! Хорошо! Сюда в дом! Тихо! Ай! Вот чёрт! Это просто издевательство какое-то! Как выживать здесь? Всё, заходим, короче, наверх! Я не могу с этим справиться! Короче, надо сюда вызывать дезинфекцию срочно какую-нибудь. О, какой-то житель алмазик потерял. Короче, я теперь могу качка нанять. Он вроде бы здесь за углом. О, да, вот он пришел. Так, короче, это мне нужно сейчас. Пошли срочно. Так, только забрать бы все вот это вот. Качок мне реально сейчас пригодится. Пошли, качок, срочно надо дезинфицировать там все. Иди паучкам просто наваляй этим всем. Давай, заходи. Эй, батя в здании, ты что меня кинул? Эй, давай помогай, ё-моё, почему ты... Ё-моё. Слышь, качок, еще раз меня так поставишь, я тебя реально выгоню отсюда. Ты мне все... Я тебе просто так, что ли, плачу? Давай, сбивай. О, все, молодец. Вот это было красиво, слушай, ты качок, реально. Мне нравится, что у меня такой качок с собой. Так, заходи сюда, давай, помогай. Да, ё-моё. Качок, ты куда одеваешься? Срочно, помогай, меня сейчас убьют. Ну, ё-моё, чё такой слабый? Чё такой это не спасает меня? Нифигашеньки. Ясно, короче, вообще... Беспонтовый. Ну ладно, хоть что-то он там может сделать. Просто, наверное, он медленный и ничего не получается у него из-за этого. Ну вообще неприятно так-то. Давай заходи. Чё ты не можешь зайти-то? Давай заходи. Он издевается? Куда он делся? Ну, Вася, или как тебя зовут? Давай сюда. Да... Просто я сейчас бомбану просто. Давай, убивай их. Ну, ё-моё, я сейчас реально... А, у меня тихо, у меня лагает. Чё у меня лагает-то? Вот, все хорошо. Хорошо. Ох... Выжил. Еле-еле. Вася, с тобой реально невозможно. Ты все-таки, ну, не очень, знаешь. Мне не нравится, как ты работаешь. Я думал, ты вообще за один алмаз так-то постараешься. Ты вообще не стараешься. Ладно, заходим, короче. О, еще паук. Ну, ё-моё, ну сколько можно? Он меня все равно убил. Меня бомбит уже, ё-моё. Ай, Вася, да помогай ты. Короче, я не знаю, что мне делать. Это просто ужас какой-то. Меня сейчас снова убьют. Васек, ну, ё-моё, че ты такой медленный? Бесишь? Давай, справляйся с ними, у тебя же все получается. Давай, зайди в дверь ты, ё-моё. Почему ты не можешь зайти просто в эту чертову дверь? Она что, не ломается? Так, ладно, я ее выбил, короче. Теперь ты точно зайдешь сюда. Давай, заходи. Все, погнали. Срочно залетай прям в здание. Я повешу здесь. Все, избивай их. Они же тебя это... О, алмазы. Ой, изумруды. Кайфец. Они мне, наверное, пригодятся. Заберу их всех. Теперь спускаемся. Они вроде нубику-фермеру нужны. Вот здесь вот еще забрать что-то можно. Быстрее, пока... Ой, стоп, здесь ничего нет. Ай, да они меня избивают! Тихо. Так, быстрее. Я сейчас реально все сломаю здесь. Я просто разозлюсь. Я ненавижу просто. Это ужас какой. О, здесь есть красная шерсть. То, что нам нужно. Все, готовенько, кайфец. Все, до свидания, давай, качок. Хотя, ходи со мной на всякий случай. Ты мне еще пригодишься, погнали. Я все-таки тебя нанял надолго. Так, значит, далее мне надо сходить куда? На кладбище, вот здесь вот. Здесь очень много людей захоронено. И вот сюда вот заходим. И здесь пузырек опыта и куча земли. Землюшку тоже возьму. Как говорится? Землю или землю? Землю, наверное, да? Ну, короче, куда идем?
Давай сейчас мы пойдем к фермеру Нубику, качалка. Идем, идем, идем. У нас целые приключения здесь какие-то происходят. И все ради просто хорс, стрит-хорса, который сложно призвать очень. Вон он, Нубик, здорово, Нубасик. Иди сюда быстрее, мне уже надо торопиться. У тебя здесь пузырек опыта второй. Так, и третий, вроде бы, стоп. Я что, не забрал один пузырек опыта? Я же его потерял, кажется, в доме. Ё-моё, сейчас вернусь. Качок, ты не видел мой пузырек опыта? Я его посеял, что ли? Я чё, Маша растеряша, что ли? Не может такого быть. Вот она, слава богу, все хорошо. Все хорошо, все, качок, не беспокойся, все супер. Все отлично. Теперь идем просто в нашу нужную эту самую. В яму этого города, где таится подземелье. Просто подземелье, реально. Ты сейчас очумеешь. Тут такая жесть. Я тебе реально сейчас покажу, только бы криперы не взрывались здесь все. Ай, я не туда пришел, ладно. Ну что, качок, вот мы и пришли. Вот это место. Вот сюда спускаемся, очень долго там спускаться. Па-па-пам. Здесь реально красиво, слушай, отпадно. Надеюсь, там нету монстров, а то это было бы плохо. Это бы было очень плохо. Эй, ты там не падай, слушайте, еще жить надо. Вот туда идем. Здесь очень долго идти. Красивые прутики, красивые тыковки. Все просто красиво. Мне очень нравится это место. Здесь можно чилить. Здесь почти никого нет, но и зомбаки, конечно же, есть, которые всегда мешают. Вот это вроде бы, вот этот домик. Вот сюда заходим, и здесь вот этот дядюшка. Все, забираем у него яички. Осталось только поставить лошадей. То есть для этой лошади, стрит-хорса, надо, чтобы вокруг было куча еще городских, ой, уличных лошадей, которые также будут на улицах бродить. И тогда он не будет бояться, что ли, чувствовать себя не как в своей тарелке. А ему же надо, знаешь, свои условия, так сказать. Поэтому мы его призываем так. Ну, понимаешь. Вот, теперь выбираемся и идем делать хорошие условия с лошадками в этом городе. Но город реально потрясный. Я его вот только недавно нашел, в нем начал жить, и, в общем-то, все круто. Ну что ж, вот здесь вот ставим кучу лошадок, так, только бы желательно взрослых, ибо, сам понимаешь, маленьких не очень круто ставить, их будет полно, и это, ну, они не габаритные, нету размера у них. А у этих прям идеальный размер, большие такие, хорошенькие. А, нет, маленький все равно спавнится. Ну ладно, в принципе, что есть, то есть. Качок, ты мне помогать собираешься? Где качок? Ё-моё, качок умер, кажется. Или уже все, закончил свою работу. Зомбак, ты что такой мощный? Что это сейчас было за выкрутас? Ты видел? Еще там кто-то взорвался, что ли? Что происходит вообще, непонятно. Ну ладно, все нормально сейчас. Поэтому ставим просто наших лошадок. И самое главное, нос делаем. Можно, кстати, мирную поставить. Оп. И теперь сразу нормальную. И все, не паримся. Только бы супчика сделать. А, супчики есть. Все, кайфарик. Осталось только последнее. Ой, дождь прям, знаешь, атмосферненько. Так, где наша лошадка? Мне она нужна сейчас. Вот она. Так, берем землюшку. И Эй. И поднимаемся. Все, идеал. Крипер прям сзади встал, смотри, хотел уже меня подорвать. Но нет, фигушки тебе, засранец. Просто подлый засранец. Вот так вот делаем, вот такой вот клюв. Оп. Теперь спускаемся. И потихоньку продвигаем эту штуку. Вот так и вот так. Вот такого, думаю, клюва хватит. В принципе, этого достаточно. Еще желательно ножки, знаешь, сделать ему вот такие вот. Вот так вот сделать. Не обязательно там прям заморачиваться как-то. Главное, чтобы эту лошадку не взорвал крипер. Ух. Тикаем, знаешь? Реально. Вот, все, вот здесь взрывай. Мне-то плевать на город, а не мой город. Все. Молодец. А, он даже не взорвался, потому что здесь протекция очень крутая. Ну, это город просто идеал. Так, вот здесь вот ножки сделали. И все, теперь ждем скоро. По городу, ой, по улицам будет ходить, короче, этот самый стрит-хорс. Просто надо ходить теперь и искать его. Он уже вышел по-любому. Ну что, пошли искать тогда? Пам-пам-пам, здорово, жители. Вы все такие няшки. Эй, а вот и не няшка, давай проваливай отсюда. Куда я нарвался? На что я нарвался? Жесть! Вообще, надо убежать! Вот она! Это она! Слушай, реально. Это... Это уличная лошадь! Ой, тихо, тихо. Ай, она меня ударила. Она меня проткнула, слушай. Жесть.
Вообще плохо здесь живется. Так, ладно, еще супчика. А, у меня на супчик не хватает, так придется погибать. Давай, убивай меня полностью, давай. Убивай меня полностью, я сказал. Все, идем, короче, искать эту лошадку. Только вот надо где-то снаряжение найти. Вот она, жесть. Она меня проткнет. Ой, она меня протыкает. Ё-моё, смотри, смотри, смотри. Она меня прям замедлила. Ой, тихо, 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 тихо. Эскейпом, эскейпом. Так, она дерется с монстрами, ее тоже бьют. Смотри, смотри. Она убегает. Жесть. Ай, только меня не убей. Ее прям атакуют, смотри. Ее ненавидят. Так она тоже изгой. Так-то. Только меня не любит. Странная какая-то. Лошадка, может, покатаюсь на тебе? Чё ты такая злая? Эх, кажется, она не даст покататься на себе. Ну ладно, хотя бы дай-ка я ее ударю. На, получай, получай. Она меня не атакует, слушай, вообще добрая. Ну ладно. Вау, она крутая, слушай. Вообще прикольная такая. Ай, тихо, ё-моё. Так, короче, нанимаю полицейского. Вот. Все, он вроде бы мой. Так, смотри, там лошадка эта. Против нее житель дерется. Давай тоже подеремся. Так, иди сюда. На, получай, получай, получай. Мы ее должны завалить. Она все-таки мощная. Да? Он ее уложил. Серьезно? С одного удара? Ты че такой жесткий? Ладно. Все, мы ее победили. Так легко. Ладно. Спасибо тебе за просмотр. С тобой был Насик Бро. Пиши, кого еще призвать в Майнкрафте. Не теряй, и так смотри мои предыдущие ролики, ставь на них лайки. Пока!